Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня. Кстати, поздравляю всех еще раз с праздником. Вот сейчас стою, намешиваю свой настойку куриного помета. И мне в очередной раз нужна помощь зрителей. Я сразу сказала, что это мой первый опыт. Никогда не было куриного помета у меня, потому что я городской житель. У нас здесь негде это взять. А нынче я вот этого богатства с лихвой получила. И теперь не знаю, как это все использовать. Я, конечно, делаю вот эту настойку, но сейчас уже пошли комментарии от некоторых зрителей, что нельзя на томатах применять в то время, когда есть плоды, что они скинут плоды, будет очень плохо, что нельзя ей вообще часто пользоваться. Я хочу спросить совета у тех, кто когда-либо применял. Я думаю, что деревенские жители все применяют куриный помет, потому что все его хвалят. По содержанию он очень хороший, по составу. Но вот я боюсь, так как не знаю точно, можно ли на томатах применять, в какой фазе? Ни разу не делала. Можно ли... Я вот два ведра на бочку сделала. И теперь я хочу разбавлять 1 литр на 10-литровую леечку и в качестве полива. Кто-то говорит, что нужно в лунку поливать. Кто-то говорит, что нужно только в междурядье, в лунку нельзя. И я вот села и в раздумьях. У меня через 2 дня наготовится вот это варево мое, настоечка. Как его применять, куда... То, что огурцы я буду поливать, это точно. Но я хотела еще подкормить ослабленные томаты, те, которые высажены были чуть позже, которым нужно, чтобы догнали они остальных. Можно ли применять их на томатах? Помогите, пожалуйста. Конечно, я думаю, что есть люди, которые применяют его и которые могут дать мне совет. А я потом расскажу уже всем остальным, потому что многие интересуются, как именно делать, каким способом лучше применить. Или в качестве подсыпки, или вот полив, настойка, раствор. Я почитала 9 видов применения, ну 9 различных способов применения. Какой самый лучший? Жду ваших комментариев.